Традиционный праздник, посвященный началу нового учебного года, состоялся в детском саду «Барвинок». Главными виновниками торжества стали пятилетние малыши, воспитанники пяти старших групп, которые подготовили для зрителей, ребят из средней и младшей групп, а также родителей, насыщенный концерт со стихами, песнями, танцами, инсценировками. А совсем даже не страшная, а очень добрая и веселая Баба-Яга объяснила детям разницу между Новым годом и новым учебным годом и предложила будущим школьникам поиграть, украсить елочку различными школьными принадлежностями. Под символически поднятым рушником пятилетки вошли в страну знаний. И здесь же на празднике прозвенел для них первый звонок. Ведь теперь, в предстоящем учебном году, главная задача этих ребят – активно готовиться к школе. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».